Понятное дело, что курорт развивается, и разрытие свидетельствует о развитии его инфраструктуры. Строителям канализационного коллектора, как фирме достойной и ответственной, разрешено было проводить работы с оговоренными требованиями. Например, восстановить дорожное покрытие и сделать его еще лучше, чем оно было. Казалось бы, дело чести. Но восстановить дорогу хотя бы так, как было до начала работ, никто даже не пытается. Глава города Сергей Сергеев остановил работы на Пионерском проспекте из-за безобразного отношения к курорту. Зоне. У нас есть новое постановление, запрещающее строительные работы с 15 мая по 15 июля на территории города Курорт. Мы не выполняем. А за него есть ответственность административная за невыполнение. Поэтому, пожалуйста, прекращайте работу и возвращайтесь в исходные позиции. У нас несколько сот тысяч отдыхающих сейчас. Вы создаете неудобства. Чем они приехали, целый год копили деньги, чтобы приехать отдохнуть. Понимаете? А не вот это вот смотреть безобразие. Потом, следующий вопрос. Вы когда восстанавливаете разрытие? Почему вы не восстанавливаете размер? Это мне очень интересно. Проедьте до Жемчужины России и посмотрите. Почему вы не восстанавливаете в том виде, в вашем разрешении написано? Вы обязуетесь восстанавливать. Уж сколько раз приходилось слышать городу заверения в понимании того, как дорог и любим город теми, кто заходит в него со строительными проектами. И хоть бы раз увидеть и показать курорту примеры этого самого понимания. Пока отношение к курорту вот такое. Глава города остается непримиримым к нарушениям требований о восстановлении разрытий.